Все 15 постоянных членов Совета Безопасности ООН поддержали резолюцию, предусматривающую расширение санкций в ответ на подземные ядерные испытания Пхеньяна, проведенные 12 февраля 2013 года в нарушении существующих резолюций Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее подобные действия. Проект резолюции был составлен США и Китаем в процессе трехнедельных переговоров и в четверг, 7 марта, был единогласно одобрен. Резолюция решительно осуждает проведение Северной Кореи ядерных испытаний, равно как и осуществление иной ядерной деятельности, включая обогащение урана. Документ также запрещает проведение подобных испытаний в дальнейшем и призывает КНДР вновь присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия, а также возобновить шестисторонние переговоры. КНДР, в свою очередь, пригрозила, что в случае нападения готова нанести превентивный ядерный удар по агрессорам, имея в виду прежде всего США. На этой неделе Соединенные Штаты и Южная Корея развернули совместные военные учения на границе между двумя странами, что Пхеньян счел открытым объявлением войны. По мнению экспертов, у Северной Кореи нет соответствующих технологий и ресурсов, чтобы нанести высокоточный ядерный удар. Однако ее громкие провокационные заявления не могут не вызвать опасения. Приняв резолюцию по Северной Корее, Совбез ООН прежде всего надеется на возобновление шестисторонних переговоров по КНДР. Анастасия Чуркина, РТ, Нью-Йорк.